Итак, всем привет, с вами Арсений, интернет-магазин Tukemp и видеообзор накладки на транец. В принципе, это стандартная модель, практически стандартная модель усиленной накладки 27 мм на 4 болта. Вот. Ее основное отличие, в принципе, почему мы ее сделали. Струбцина у лодочных моторов, допустим, в основном мощностью 9,9, у нее приблизительно максимальное раскрытие 57 мм. Вот. Вследствие чего пришлось немножко доработать, изменить толщину боковых вставок на этой надставке. Почему? Потому что у нас идет 27 мм вставка, 27 мм транец, 15 мм с одной стороны, и в штатной вариации идет 15 мм с другой. То есть это 57 мм. Струбцина у нас у лодочного мотора просто не могла захватить данную накладку. И исходя из того, что накладка еще все-таки наберет в себя воду и немножко разбухнет, то есть если вы напялите все-таки на свой лодочный мотор на 57 мм, здесь у нас другая толщина, на 57 мм, то снять уже это, ну, достаточно больших трудов вам предоставит, причем вы все исцарапаете, все из... будете потом нас, как говорится, поминать лихим словом, и нам будет очень долго икаться. Вот. Вследствие чего, для небольших лодочных моторов 9,9, у них там захват 57 мм, вот, мы сделали вот эту накладку, она немножко потоньше, она у нас выдается всего 51 мм. То есть мы сделали что? Тут у нас вставка 27 мм по транец, с одной стороны 15 мм, и с другой стороны у нас идет фанера 9 мм. Это мы экономим, получается, 6 мм. За счет этого струбцина лодочного мотора уже спокойно захватывает у нас эти 51 мм, и вы уже не заморачиваясь по поводу там всего остального. Болты у нас все то же самое осталось совершенно. Здесь у нас внутри, как видите, все та же выборка под резинки, которые идут на трансе. Вот. Также у нас крепится, получается, на 12 саморезах. Регулировка у нас по высоте идет 5 сантиметров туда-сюда. То есть минимально у нас 25 мм плюс 5 сантиметров, 50 мм регулировка по высоте. То есть вы сможете отрегулировать лодочный мотор от 2,5 сантиметров до 7,5 сантиметров. Замеряйте максимальный размер захвата струбцины. Итак, понравилась накладка, оставляйте заявку у нас на сайте, ссылочку найдете в описании, либо сейчас выскочит где-то окошко справа-слева. Вот. Понравилось видео, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Не забывайте подписываться на наш канал. Вот. Рекомендую.